Добро пожаловать на канал Hard Reset Info, дорогие друзья. Перед нами устройство OnePlus Nord CE2 Lite. И сейчас я покажу, как на этом устройстве сделать полный сброс абсолютно всех данных через приложение настройки. Итак, для этого мы открываем приложение настройки, затем спускаемся вниз, выбираем пункт системные настройки, затем опять спускаемся вниз, нажимаем создать резервную копию и перезагрузить, и нажимаем сбросить настройки телефона, удалить все данные и удалить данные. И еще раз удалить данные. И ждем, пока телефон перезагрузится. Ну что ж, на этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до скорых встреч. До свидания.